Всем привет, друзья, с вами Пип, и сегодня мы посмотрим демо игры, которая называется Shadow Gambit Cursed Crew. Теневой гамбит, проклятая команда. Ну что ж, погнали, русский язык тут уже есть, что очень круто. Давайте смотреть. Так, новую игру выбираем. Так, стражники регулируются с нормальной скоростью. У членов вашей команды среднее количество здоровья. Подсказка рекомендуется для тех, кто еще не играл в стелс-стратегии или недавно к ним вернулся. Так, ну давайте пират. А мы можем что-нибудь? Исследователь, вот. Давайте немножечко. Озвучка у нас есть только английская. Ну, тогда будем с ней. Главное, у нас должны быть субтитры, что уже очень хорошо. И не будем сразу сложный уровень выбирать, потому что реально я даже не знаю, что игра себя представляет, и мучиться, страдать с самого начала прям особо-то и не хочется. Запись из предварительной бета-версии. Разработка продолжается. Так, это у нас какой-то пиратский лагерь, где, видимо, мы сейчас будем находиться. Да, смотрите, такая неплохая деревушечка, где люди живут, что-то даже строят, что-то вон рисуют, красят. Каждый живет своей жизнью, а мы, видимо, сейчас в роли пиратов тут будем выступать, может быть, будем кого-то грабить или еще что-то делать, пока что не здесь. Да, смотрите, неужели я пиратом играю? Блин, у меня чего, костяная рука? Значит, это могила удильщика. Какая очаровательная, красивая нора. Давайте найдем бары, заключим сделку, пока не объявился кто-то там, блин. Кто объявился, ни хрена. А, мышкой только могу ходить. Да? Невозможно. Так. Удерживайте. Хорошо. В любой момент можете открыть журнал заданий, нажав B. Это позволит вам ознакомиться со списком текущих целей. Кроме того, вы можете выбрать цель, чтобы узнать ее точное местоположение. Единственное, мне не нравится, что тут идут, когда субтитры, они сразу дальше идут, не успеваешь читать, очень быстро. Так, дальше-то куда мне надо? А куда мне надо? Так, я что-то могу стащить? Давайте приблизимся. Опа. Вот так, так. Опачки. Фонарик уперли. Мирный житель. Так, а куда мне надо-то пройти? Знакомство с шутом. Так. Кто-то ждет вас в баре. Пора заключить сделку. А где у нас находится бар? Давайте поищем. О, видимо, вот сюда нам надо. Ах, аромат Грога сводит с ума. Или вот сюда давайте зайдем. Так, и... А, мы просто там выйдем, нет. Нам, видимо, надо вот сюда зайти. Именно в бар. Если это бар, конечно. Год удильщика. Так, это что такое? Камера. Плюс-минус. Знакомство с шутом. А где бар-то находится? Кто-нибудь мне может сказать? Так, нам надо отыскать бар. Вот где этот бар находится? Ё-моё. Блин, какая тут огромная площадь-то. Эй, ребята, а где-нибудь можете отметить мне точку, где находится бар? Вот это что ли бар? Слушайте, ну похоже, да. Вроде бухают, значит нам... Хотя, вот смотрите, мы тут книжечку можем спереть. Давайте ее и сопрем. Короче, мы тут много чего можем... Так, мы можем увеличивать скорость на X. Так, сюда зайти не можем. Хорошо, смотрим, мирный житель, мирный житель. Короче, мы тут можем еще прятаться, карабкаться и так далее. Мирный житель. Вот, видимо, сюда мне надо, в бар.
Так, мирный житель. А вот, походу, карлик. Так, я добрался. Ну что, поговорим с ним? Так, а что... А, нифига себе это. Так, знакомство с шутом. Кто-то ждет меня в баре. А кто меня ждет в баре? Ну, это какой-то странный чувак. Так, поговорить. Давайте узнаем, что он скажет. А тебя не просто найти, шут. Естественно, это под силу только интересным личностям. Итак, что я могу для вас сделать, сеньора Маникато? Говорят, ты можешь многое. Есть один корабль-призрак, на который мне хотелось бы попасть. Ах да, Красная Марли, я знаю о вашей связи с этим кораблем. Значит, ты знаешь, почему я хочу на нем оказаться. Сеньора, перспектива наблюдать за столкновением ваших судеб – единственная причина нашей встречи. Я могу доставить вас на Марли, но хочу предупредить, что она... знала времена и получше. В данный момент она поймана в ловушку одного инквизитора. Значит, она у Игнасии. Значит, нам нельзя терять времени. Все столь же тверды в своем решении. Прекрасно. Тогда по рукам? Один вопрос. Какова твоя цена? О, не беспокойтесь, сеньора, я прошу... Я просто хочу развлечься. Ну что, приступим? Ну, хитрый он какой-то. По-любому он что-то попросит с меня. Ух ты, нифига себе, он что, еще колдовать может? Короче, это по-любому какой-то хитрый шут. Неспроста он просто так нам решил помочь. По-любому он с нас спросит потом. Чего-то захочет с нас взять. Даже интересно, чего. Ё-моё. Ритуал завершен. Что теперь? Нужно прочесать пляж. Скверну надо искоренить. Будет сделано. Скверну. Блин, тут еще какая-то скверна. Охренеть. Слушайте, ну визуально все прикольно сделано. Это даже похоже на какой-то... Опа. Че за фигня? Чувак испугался такой. А что это такое светится? Ну-ка, пойду-ка ружьем потыкаю в эту штуку. Правильно, конечно. Когда что-то стрёмное. Что? Чудовище! Ух ты, нифига себе, я и так умею. А, я в себе ношу. Прошу прощения. Однако, как тебе прекрасно известно, смерть это еще не конец. Так, один есть, осталось всего сотня другая. Нужно подобраться до Марли, пока Игнасия ее не сожгла. Так, а мы что-то... А. Судя по положению звезд, этот остров не очень далеко от покоя удильщика. Вращение камеры на альт. Ага. Ну, блин, ну неудобно. Я думал тут... Эй, блин. Так. А, я думал, конечно, будет по-другому. Опачки, так. Какую-то книгу мы нашли. И что это? Афия может убирать врагов своим кинжалом. Нажмите А и используйте левую кнопку мыши, чтобы выбрать убийство в ближнем бою. А затем выберите Акалита при помощи ЛКМ. Так. Так, еще один Акалит. Так, ну пробуем. Опа, есть. Замочили товарища. И что ты его держишь-то? А, ты его тащишь, что ли? Зачем? Отпусти. Он нам больше не нужен. Так, вы можете прятать тела в кустах, домах и других местах. Выберите тело. Так, а давайте возьмем его. Давайте и спрячем. Отлично. Так. Надо аккуратненько двигаться дальше. Так, бежим вот сюда. Так, что нам тут говорят? Область обзора. Так.
Always a pleasure running into the Inquisition. Так. Little Deathbringer. Стоять, стой. Давай, 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 мочи его. Прям медленно за ним подбираемся. Опачки. И завалили тоже. Так, и давай вот сюда его в кустики. Больше нам тут не нужен. Дальше двигаемся. Дальше, дальше, дальше. Дальше нам надо куда-то вот сюда бежать. Тут же больше нет у меня никаких товарищей ходящих. Так. Так, ночью часть области обзора затемнена и окрашена полоской. А, нифига себе, то есть вот так мы можем, вы можете безопасно пересекать ее. Maiden's fire lamp. Can't snuff it out. Best keep low and avoid its light. Так. Отображение области. Так, можем проходить. Он меня особо не видит, потому что он копает. Мы сейчас обойдем его. Ух ты. А, нет, мы вот так вот переберемся. Зажимаем А и мочим товарища. Отличненько. Короче, игра реально по стелсу. Так, стопэ, забери, дружка. Да забери ты его. О, спасибо. И отлично, положили. Дальше. Так, смотрим, что у нас тут. Тут ни хрена нет, значит мы, получается, только вот сюда можем, да? Так, Афия может атаковать врагов, воспользовавшись своим скачком. Ух ты, нифига себе. S зажать надо. Так, давайте попробуем. S. Так, сейчас проверим, получится или нет. Ох ты, блин, это круто. Это реально прям круто. Короче, у нас есть тихое убийство и скачок еще, да? Так, давайте трупешник забираем и вот сюда его тащим. Пока красной марли не видно. Ну, не видно и не видно. Так, ты брось труп-то. Так, а надо куда-то спускаться сюда. Давай бегом, бегом, бегом. А, куда-то вот сюда видим. Это что за нафиг произошел? Неужели это что-то не... Так, прячем. Это выглядит сильно. Не стоит оставлять его живым. Так. Так, а смогу я к нему подкрасться-то? Надеюсь, смогу. А, что он сделал? Что за нафиг? Что это у нас тут? Я почувствовал твои недобрые намерения, чудовище. Сгори в пламени, девы. Предполагаю попробовать еще раз. Это что за нахрен? То есть его нельзя так лупануть? Возвращение. Я высвободил воспоминания и подарил тебе еще один шанс. Что это за безумная магия? Ты? Мне нужна твоя помощь. Проберись мимо... прогностика, не атакуй его напрямую. Ну и ну, ладно, послушаю тебя. Что же касается прогностика, попробуем другой подход. Ой-ой-ой-ой, тут, блин, сложно. Тут у нас двойной стелс какой-то получается. Так, ладно, мы тогда... нам надо... А как нам... Подождите-ка, мы сначала делаем вот так, есть, мочим этого чувака, и теперь идем мы просто нахрен скидываем камень. Ой, раздавило, так-то лучше. Путь свободен, двигайся дальше и поднимайся. Я хочу встретиться с тобой лицом к лицу. Столкнуть камень. Задача выполнена. Так, давайте камеру повернем. Ай, блин, не хотел. Блин, ну к управлению надо еще привыкнуть.
Так, и что тут написано? Афия может заморозить одну цель на время с помощью заморозки времени. Нажмите D. А, блин, да охренеть тут сколько всего. Так, и... Вот так вот. Нормально получилось. Я его заморозил и проткнул. Чудесно. Так, двигаемся теперь вот сюда. Еще какая-то подсказочка у нас есть? Нет? Что такое? Чуть закол... Это что-то... А, это чекпоинт? А, это чекпоинт, походу. Прикиньте. Так. А, иду. Вот сюда. Так, блин, не достану. Значит, на А. Потихонечку подкрадываемся. Надеюсь, не заметит. Есть. Отлично. Этого товарища замочили. Да блин, это дамочка болтает, блин. Так, поднимай и тащи его. Не надо нам тут свидетелей, чтобы были. Так, и как нам быть? Так, мы наверное... Ай, блин, что ж ты делаешь-то? Так, сейчас у нас S наберется. И мы прям шарахнем вот так вот. Отлично. Еще колокольчик. Так, ну этого трупа мы прятать не будем. Так, быстренько. Опа, спрятались. Сейчас он пройдет. И тут просто он тут чувак еще палит. Не успел повернуться ко мне. Так, а смотрите, там лестница есть. Это типа мы где-то протиснуться можем, да? Так, давайте его утащим. Блин, мне начинает нравиться эта игра. Достаточно сложно она сделана. Так, наверное, что мы делаем? Замораживаем и вот так вот убиваем. Шикарно. Так, тело сбросить я, наверное, не могу. Мы добрались. О, какой! Ага, вот она, красная Марли. Корабль Мордехая Черного Глаза. Офигенский корабль! А вот и Игнасия, как по заказу. Мои смотрители готовы, корабль. Теперь ждет мир страданий. Говори, каков ответ на загадку Мордехая? Ах, Игнасия, даже после смерти капитан тебя перехитрил. Да? Тогда почему его сообщение, явно адресованное тебе, оказалось у меня? А теперь отвечай. Пятеро с Марли отыщут предметы. С этим вроде все ясно. Но что за предметы? Что за тайные темные углы у тебя в трюме? Я лучше сгорю, чем позволю тебе найти сокровище. А будь по-твоему, корабль. А, это я с кораблем разговаривал, прикиньте. Офигеть! Ты чё корабль-то рушишь, дура? Ты чё творишь? Ваш флагман подготовлен, госпожа Инквизитор. Хорошо, начнем ритуал допроса. Я должна выяснить, что этот корабль знает. Как прикажете, моя госпожа? Разнесите информацию по вечным берегам. Мы должны найти реликвии и решить загадку Мордехая. Его сокровища будут нашими, и если ради этого придется сжечь все берега, значит, таков великий замысел. Ну, блин. Ты все еще здесь, маленькая душа? Да, и я, похоже, пришла вовремя, красная Марли. Ты знаешь мое имя? Скажешь свое? Всему свое время. Сначала давай тебя освободим. Так, и мы сейчас, походу... Ой-ой-ой, тут, блин, много. Иди ко мне, воспользуйся огромными цепями, чтобы попасть на борт. Остальное потом. Охренеть, мне еще теперь до этого корабля нужно добраться. Крутяк.
Ну, в принципе... Чё, я думаю, быстро сейчас доберемся. Так, захватите воспоминания. F5, ну-ка. Блин. Короче, воспоминания. Она может подавлять мою энергию, но ненадолго. Блин, тут... Тут, короче, надо еще все читать сообщения, которые она тут болтает. Так, Alt. Нам надо повернуться как-то... А, куда-то вот сюда. Так, сила твоих воспоминаний много объясняет. Неудивительно, что Мордехай и его команда что-то там, поэтому мы держали это в секрете. Есть ли какие-то ограничения, только установленные капитаном? Зона действия ограничена размером острова, и я не могу высвобождать воспоминания. Дальше, с удовольствием расскажу тебе больше, когда не будет так больно. Ё-моё, сколько вас тут? Захватить еще вас. Так, ну, давайте-ка. Так, нет, мы сначала... Так, давайте вот так его. Вот так его завалим. Так, быстрее хватай. Быстрее хватай. Там что-то чувак заподозрил. Давай, тащи, 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 тащи сюда. Фух. Ху? Чё ты хукаешь? Так, мне надо воспоминания. Еще хватанул. Так. Опа, опа, второй пошел. Так, а как мне двоих-то тут замочить? Тут сложно уже будет. Так, они тут болтают. Так, тогда мы делаем сейчас. Вот. Вот так. И в кусты сразу. Шикарно. Так, и чё? Ждем вот этого товарища. Отлично. Так, с этими уродами мы справились. Тяжелый, блин. Так, хорошо, куда дальше? Ай, тут, блин, дальше-то тоже. Ё-моё, а тут-то как? А тут-то как мне? Всех мочкануть. Опа, колокол какой-то. И... Так, а тут надо как-то подумать. Какой-то дым вообще околит. Блин, тут их... Тут может... А, тут можно обойти. Подождите-ка. Или нельзя? Как... А как мне пройти сюда? Тут как-то можно же типа обойти... Типа можно обойти, да? А, я могу. Смотрите, я, кажется, могу сюда куда-то попасть. Как ты вытащишь меня? Я сделаю это сама. Так, окей. Так, а как мне? Ага, я вот сюда могу пробраться, освободить красную марли. Печать А. Ай, блин! Нечаянно. Так, я кипиш поднял. Так, сейчас я этого еще завалю. Да давай! Чё ты делаешь-то, брось ты этого трупешника? Блин, только жизнь потратил. Все, ладно. А чё, я не могу типа это взять? Чё, какая-то фигня тут светящаяся. Не, походу нельзя. Ладно. О, блин, это что за хрень такая? Так, она палит тут все, смотритель.
Так, блин, ну камеры неудобно крутить. Очень неудобно крутить. Так, и как нам, наверное, надо сейчас что сделать? Сначала замедляем время. И вот сюда. Есть. Вроде получилось. Она держит печать, прерви ее. Ее доверие. Есть. Не жалей их. Да, конечно, не буду. Я еще буду тут кого-то жалеть. Так, опять как колокол появился. Так, 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 как нам тут быть-то? Сначала идем вот сюда. Аккуратненько. А, да ладно, меня замочили? Так, ну что ж, на этом мы сегодня, наверное, завершим и в следующий раз продолжим освобождать корабль. Игра очень прикольно сделана, меня прям затягивает. Думаю, и вам понравилось. На этом сегодня все. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком, напишите какой-нибудь комментарий, это помогает каналу развиваться, немножечко больше просмотров набирать. С вами был Пип, до скорых встреч, увидимся, пока.